Добрый вечер, дорогие партнеры. Сегодня мы с вами подводим итоги каталога 1. Кто опаздывает, пусть присоединяется, а мы начнем. Итак, если кто помнит прошлый наш каталог подведения итогов, если нет, все есть на YouTube-канале. В этом каталоге мы поработали очень даже хорошо. 48 новичков, из них 13 активных, то есть они сделали свой активационный заказ. И, как помните, я говорила, что в сумме это было 200 баллов, поэтому очень хорошие новички. Активных консультантов всего 224, ну и активность группы нашей 37,71%. Тоже очень хорошая активность структуры. Поэтому мы все молодцы. А сейчас назовем, кто же постарался в этом каталоге у нас. Я решила не затягивать наши вебинары, потому что, как видите, мы все время меньше, чем на час не можем собраться. Поэтому я решила сегодняшнего вот нашего вебинара подведения итогов, выделять именно тех, кто именно вырос по лестнице успеха. Поэтому те, кто остался на том же проценте или процент, конечно, изменился, но по лестнице успеха у нас ничего не поменялось, поэтому мы их сегодня называть не будем. Итак. Открытие 2018, начало 2019. Полоянская Светлана. Она у нас резко стартанула, и сейчас у нас консультант 3%. И там даже не очень мало осталось, и была бы уже и старший консультант 6%. Молодец, Светлана. Мы ее нашли в сети «Одноклассники», но, как оказалось, это все наш район, все друг друга знают, и оказалось, мы знаем ее маму. Светлана, молодец, так держать. Дальше. Наталья Русанова, 3%. Она у меня в структуре очень-очень давно, с самого начала где-то. И сразу включилась в регистрацию новичков. На данный момент она, если и занимается регистрацией, то только на земле. В интернете она не работает, но все люди, которых она зарегистрировала, работают. И итог есть. Шкробот Мария. Это мой консультант из города Белозерска, которого я регистрировала давно, когда был у меня еще офис. Она консультант 3% сама, то есть сама лично сделала 100 баллов. И прирост у нее просто огромный. В прошлом каталоге у нее было всего лишь 5 баллов, а в этом каталоге 100 личных. Мария, поздравляем! Так держать. Заказы она делает хорошие, но вот я даже не знаю, или 100 баллов было у нее когда-нибудь личных. Молодец. Олежка Елена. Лично я с ней не знакома. Это структура нашей побот Светланы, которая стартанула как-то очень даже быстро. Буквально, я чуть позже расскажу, как, но в прошлом каталоге у нее было вообще мало баллов, а сейчас она уже 3%. Молодец, Елена, так держать. Карпович Людмила, тоже структура нашей побот Светланы. Она является хорошим потребителем, делает отличные личные баллы, ну и по чуть-чуть присоединяет людей в свою команду. Итак,
вышла на 3%. Молодец. Аниська Ирина, старший консультант, 6%. Она в компании со мной тоже очень давно. И открою секрет Нине и Любе. Это ваш наставник, которого вы даже не знаете. Получается, я ее зарегистрировала, потом ее девочка зарегистрировала Любу, и оттуда пошла ветка. Так что девочки молодцы. Так держать веточки нужно укреплять. И свершилось. Поздравляю, я думаю, не только я, но и все наши девочки, Нину, которая все переживала, все жаловалась, что у нее ничего не получается. Но тут мы в прошлом каталоге ее поздравляем с 6%, а сейчас она, у нас уже 6%, чуть больше, чем 200 баллов. Нина, отлично. Рубеж пройден, который для тебя оказался самым тяжелым. Дальше только вперед, с тем же стремлением, с тем же настроением. Просто нужно работать. Так, Ольга Синькевич, лидер, 9%. Оля, последних, наверное, 2 или 3 каталога, буквально чуть-чуть не хватало ей до этой заветной ступеньки. Но чем она мне нравится, что она не сдается, она продолжает работать, да, кто молодец, продолжает работать. И эта работа привела новых консультантов, которые и дали вот эту заветную ступенечку. И я полностью уверена, что дальше у нас будет только вперед. Эта ступенька уже перешагнута даже на много ступенек вперед. Так что очень скоро, я думаю, мы будем тебя поздравлять с 12%. На этом поздравление лично заканчивается. Почему? Потому что остальные наши девочки остались на тех же процентах. А сейчас я хочу выделить лидеров продаж. Даже расписала их по местам. Это наши VIP-консультанты. Первое место по покупкам занимает у нас Рассолька Елена, 142 балла. Но, девочки, сразу хочу дать небольшой совет, что если у вас личных 150 баллов, если у вас получается, и это вы делаете 3 каталога подряд и более, вам компания начисляет еще отдельно 10% от вашего товарооборота. Поэтому, если вот так вот чуть-чуть не хватает, а у вас получается, лучше сразу добирать. Ну, второе место Синькевич Ольга, 134, третье Потапчук Галина, 113, четвертое Побот Светлана, пятое Лыбко Любовь, 107, так, шестое вот Павликовская Наталья, 105, и Половчени Наталья, 104. Это девочки. Я с ними лично не знакома, вот только, по-моему, Половчения Наталья на меня выходила. И это все работа внутри структуры. Тоже люди все найдены через интернет. Смотрите, как они полюбили продукцию и какие они делают личные закупки. И вот только посчитайте, у нас 9 человек, которые больше 100 баллов. Это уже больше 1000 баллов в структуре. Чем плохо? Поэтому пользуемся сами продукцией, рассказываем людям все. Ой, Кананчук Людмила, я даже 2 раза написала. Это знак. Наверное, в следующем каталоге Люда у нас сделает 200 баллов. Так, Шкробот Мария, как я уже говорила. Ну и Кананчук
Любовь. Людмила, извиняюсь, почему я два раза? Ну, ничего, бывает. У нее 100 баллов 46 сотых, это точно. И это у нас, как вы все знаете, все VIP-консультанты. Ехал у меня немножко слайд. Компания по очереди вам за то, что вы любите и цените и пользуетесь продукцией, дарит консультант. И сейчас я вам подготовила слайд. Подготовила, значит, смотрите. Если кто-то не получает от компании распределение контактов, зайдите в себя в личном кабинете, но это надо сделать через компьютер, не через мобильное приложение. В личные данные зайдите. И смотрите там, где именно изменить. И смотрите, чтобы у вас была птичка, видите, под кодовым словом. Птичка ни у кого не стоит. Это все нужно сделать вручную. Я хочу получать контакты потенциальных консультантов. Обязательно поставьте птичку. И открою вам небольшой секрет. Даже если вы сейчас не VIP-консультант, поставьте, пусть она стоит. Почему? Потому что буквально, ну, чтобы вас не обмануть, каталога 4 назад, я просто задалась этим вопросом, что у меня вот есть девочки, которые очень давно делают по 100 баллов, я их лично не знаю, но не получала. Я не видела в отчетах, чтобы у них были регистрации. И только потом мне, грубо говоря, дошло, что получается, человек просто покупает продукцию, он этим не занимается, ему нравится продукция, нравится его друзьям, а я не подсказала, упустила, потому что, как вы понимаете, все не упомнишь. И в итоге птичка эта заветная не стоит, и регистрации нету. И давай я быстренько работать с отчетами, выходить на этих все девочек, просить пароли, потому что не каждый найдет. И заходила лично в кабинет, ставила всем вот эту заветную птичку, и не поверите, буквально через 2 дня 2 из них получили распределение консультантов. Поэтому обязательно, обязательно зайдите и поставьте вот эту заветную птичку. Ну, вроде бы по этому все. Дальше. Сейчас хочу выделить тех, у кого есть прирост по групповым баллам. Это значит, как поработала структура. Лучше всего прирост виден у Поба Светланы, потому что у нее 188 прирост, но можно сделать вывод, что так как у ее, в ее структуре есть Олежка Елена и Побот Людмила, которых мы здесь видим, у одной прирост 92 балла, а у Людмилы прирост 26 баллов. За счет вот этого получился прирост и у Побот Светланы. Ну, на втором месте у нас Полоянская Светлана, 105 баллов прирост, просто отличный. Затем Лыбко Любовь, 68 баллов прирост. И Люба, если я не ошибаюсь, второй уже каталог подряд нас делает 100 баллов. Молодец. Затем Аниська Ирина, 64 балла. Она просто много вот личных сделала, можно сказать, за счет этого и прирост. Нина Довольцова, 50 баллов. Я думаю, вот этих именно 50 баллов заветных ей не хватало для достижения новой ступеньки. Ольга Синькевич тоже 37 баллов, которых не хватало. Но заметьте, это сделали они не лично, это сделала группа. Вот в этом и суть группы. Ну и Побот Людмилу я называла. Так что, девочки, только рекрутируя каждый день, можно достигать каких-то результатов. И хочу сейчас выделить тех, кому чуть-чуть не хватило до 100 баллов.
вы скажете, ну, не совсем тут и чуть-чуть, ну, например, у Нины 15, там, Атраш Татьяна и Побот Людмила, это тоже структура Побот Светланы. Но я так думаю, если у вас получилось уже сделать 85 баллов, а это тоже очень хороший результат, старайтесь, если, понятное дело, что если набирать то, что по акции, оно, ну, выйдет в нормальную копеечку. Но, как я говорила вам вчера, 1 балл у нас равен 2 рубля. И вот посмотрите, допустим, на примере Нины. У нее не хватило 15 баллов. Значит, 15 умножить на 2, это, грубо говоря, 30 рублей. Но если не брать акции, просто даже поработать со своим кругом знакомых. Ну, Нина, может, немножко неудачный пример, потому что я знаю, она и так добирала до заветной ступеньки. Но я просто к чему это говорю, что нужно добирать, во-первых, вы видите привилегии VIP-консультанта. На самом деле очень быстро приходят контакты нового покупателя. Ваша задача с ним связаться. И плюс 100 личных баллов, это не забывайте, что так как мы все с вами строим бизнес, это 10 каталогов по спеццене, это 500 пробников. Даже если работать по раздаче каталогов или по раздаче листовок и так далее, или если работать на земле по регистрации людей, дарить пробнички. Человек сомневается, покупать, не покупать. Пожалуйста, средства для духовок работает 100%. Или парфюмерию, или так далее. Поэтому, если выходит, или сделайте обзвон своим родственникам, друзьям, что у тебя сейчас там заканчивается, или посмотреть для себя, что все равно в следующем каталоге ты будешь покупать. Сравнить цену, заказать. Но, как я уже говорю, если вот конец каталога и не хватает буквально чуть-чуть, если брать на акции, будет и 50, и 60 рублей. А если брать, как я уже вчера сказала, витамины, они дают очень хорошие баллы. И сегодня я хочу именно назвать тех, кто теряет скидку за баллы, потому что они не делают 50 личных. И выделить всех пофамильно. Как видите, это 2 человека 6-процентника. Чижевская Татьяна и Черник Алена. У Чижевской Татьяны там даже намного больше. У нее 500, может, 70 баллов. Просто она не делает 50 личных. И если бы было, кстати, 50 личных, то была бы даже она 9%. Черник Алена, вот если бы были личные, было бы как раз 200 баллов и 6% есть. Якутова Татьяна у нас 3%, у нее в группе есть 100%, но личных в этом каталоге было 0. Маргелова Светлана, я извиняюсь, может, какая-то фамилия незнакомая, могу не так ставить ударение. Тоже закупки личные есть, но 50 баллов нету, скидка 3% ушла. И Вакульчик Екатерина, 3% консультант, если бы было 50 баллов, даже чуть больше, чем уже 100 баллов. И Мискель Лилия тоже 3% теряет. Ну и Шахницкой Аллы там чуть-чуть не хватило до 3%, но вот если бы она сама добрала 50 баллов, как раз было бы 3%. Конечно, мы никого не заставляем делать эти закупки, потому что мы не продаем, мы просто пользуемся. Но я думаю, тот, кто полюбил продукцию компании Faberlic и кто полностью перешел на интернет-магазин Faberlic, они прекрасно знают, что сделать лично 50 баллов ничего не стоит.
если все-все-все покупать у себя. Вот у нас только начался каталог, и у меня уже 77 баллов. Я вчера себе заказала рубашку, заказала коралловый кальций, обязательно потом когда-нибудь вам закажу, расскажу про него. Заказала еще одну толстовочку, потом кое-что у меня заказывали мои знакомые. В итоге у меня 77 уже баллов. И плюс я сегодня посмотрела, что 91 рубль мне вернется мегабонусом. И по поводу мегабонуса, если вы не заметили, в очень многих выросли личные закупки. Почему? Вот, например, если у вас это заказано, заказывайте, собираете с людей денежку, оплачиваете, вам автоматически начисляется мегабонус или кэшбэк, вы видите, что у вас там есть, и затем заказываете себе со списанием мегабонуса. А если у вас еще есть и объемная скидка за группу, так вообще можно одеться, платив буквально, ну, не копейки, но заплатив очень мало, одеться и одеть свою семью. Поэтому, девочки, кого у нас нет еще в наших чатах, пишите мне, я вас всех буду добавлять, где мы делимся своими отзывами. И также напоминаю, что у нас работают круглосуточно чаты в Telegram. Там уже все-все-все девчонки и мальчишки нашего проекта. Просто вам нужно скачать мессенджер сам Telegram или на компьютер, или в телефон, если позволяет память. Я вас подобавляю в группы. И если вдруг нет меня на связи, вам обязательно помогут. Итак, подведем итоги первого каталога. В команде у нас 594 партнера. Они создали товарооборот на больше, чем 2000 белорусских рублей. Ехал у меня слайд. Поэтому, конечно, огромное спасибо всем, кто работал, тем, кто покупал для себя. И как вы видите, что только работая в команде, мы на самом деле можем достигать огромных и огромных результатов. Сейчас, если кто-то еще не помнит, обратите внимание, какой хороший подарок сейчас для новичка во втором каталоге. Кто-то скажет, ну, как бы мини-ароматы и так далее. Понимаете, так, во-первых, скажут те люди, которые всю жизнь жалуются, но если посмотреть на женские ароматы, они, если и есть в большом флаконе, это 55-50 миллилитров. Здесь все в 30 миллилитрах. Но обратите внимание, что если бы дарили одну водичку, допустим, женскую, была бы одна водичка, а здесь компания сделала, что сразу можно собрать набор и мужскую, и женскую водичку. Ну, как видите, мужских у нас предлагают 3, женских 5. Как же их получить? Значит, период действия каталога с 21 января по 10 февраля нужно зарегистрировать этого человека. В личном кабинете есть кнопочка регистрации, кто не знает. Регистрируйте новичка, помогаете ему оформить заказ на 45 рублей, с которых еще 15% мегабонуса кэшбэка ему вернется. Что значит помогаете ему оформить? То есть обязательно проработать с человеком, если это ваш знакомый, рассказать, что уже сами пользовались, что берете, указать прямо на страничке,
где выгодные покупки, где сейчас на акции. Вы должны понимать, что если вы будете подсказывать человеку, не будете его что-то где-то заставлять покупать, он навсегда останется с вами, он будет видеть, что вы готовы ему помогать. Ну и, конечно, рассказать, как оплатить заказ. И не забываем говорить новичкам, что возврат тебе 15% только в этом каталоге. А в следующем каталоге у тебя уже будет возврат денег, кэшбэк 20%. Ну и не забываем, что все подарки новичкам у нас идут по итогу каталога. То есть заказали, зарегистрировались во втором каталоге, заказали, оплатили. И не забываем, что оплата у нас не считается, если просто оплатили на свой регистрационный номер. Нужно заходить себе в личный кабинет и нажимать кнопочку «Оплатить». И сразу приучайте к этому правилу своих новичков, потому что люди не в курсе, особенно те, которые пришли из других компаний. Только у нас есть такое вот правило, что можно собирать деньги себе на счет. И только когда ты заходишь и оплачиваешь определенный заказ, он считается оплачен. Ну, и закончить, как и обещала, успела. Закончить свой вебинар хочу презентацией, что завтра у нас будет вебинар, как я назвала, дебют лидера проекта Синькевич Ольги. Она расскажет нам об акциях и новинках второго каталога. Это все будет у нас в 19:30 завтра. Как вы все знаете, сегодня у нас была презентация акций и новинок каталога по всему проекту, но у нас все было в российских ценах, а завтра вам все более подробно Ольга расскажет. Если есть вопросы, пишите, я на все обязательно отвечу.